На турнире UFC on Fox 25 Крис Уайтман победил Келвина Гастелума удушающим приемом в третьем раунде. Даррен Элкинс победил Денниса Бермутеса раздельным решением судей. Патрик Каминс победил Джайана Виланте раздельным решением судей. Джимми Ривейра победил Томаса Альмейду единогласным решением судей. Люк Рокхолд проведет поединок 16 сентября с Дэвидом Бранчем. На турнире M1 Challenge 81 за титул легчайшего веса Мавсар Евлоев победил Павла Витрука единогласным решением судей. Сергей Харитонов победил Джеронимо Дос Сантоса в первом раунде болевым приемом на ногу. Хабиб Нурмагомедов отметил, что является поклонником Анжи. «Переживаю за Анжи, это все-таки команда из моего города», – сказал Хабиб. «Если хочешь получать удовольствие, то лучше, конечно, смотреть английский или испанский чемпионат. Но я слежу и за нашим чемпионатом. А игрокам сборной России пожелаю между матчами не бухать и не кайфовать, а тренироваться. За них все-таки болеют миллионы людей». Апелляция Майкла Кьезы по поводу результата боя с Кевином Ли была отклонена атлетической комиссией.